Дорогие друзья, я Олег Аллигатор, председатель дивизиона гражданской и любительской радиосвязи города Самары. Мой радиолюбительский позывной «Радио 4» Иван, Иван, Иван. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. 2017 год прошел очень продуктивно у нас в дивизионе. Было много мероприятий. Я вам сейчас вкратце просто прочитаю. Новогодний корпоратив проходил в январе после Нового года. Собрались здесь в клубе. И было очень здорово, весело встретить своих друзей, рассказать свои впечатления. Масленица уже была на улице. Отлично сработала команда комендантов дивизиона. Все четко организовали заезд и выезд. И вообще такая интересная была программа по сожжению бабы. Вот. Битва за кубок проходила в дивизионе в 3 этапа. Были победители, хороший конкурс. Вечер бардовской песни был. Тут чуть ли не при свечах. Все пели хором песни. Было очень задушевно. Ну, 9 лет дивизиона, само собой. Приехало много гостей, друзей. Поздравляли. Вот все-таки 9 лет уже срок. 15 марта 2018 года нам будет уже 10 лет. 23 февраля девочки нас поздравляли. Спасибо им большое. Очень было здорово, приятно, тепло. Спасибо. В этом году, 8 марта, я так думаю, прошло ну просто изумительно. Девочек-то у нас немного, а мальчиков много. И все чуть ли не на руках носили наших девочек. Пригласили сюда ансамбль, приезжал, и песни пели, и конкурсы были, и подарки. Ну, прям, я думаю, девочкам нашим запомнился этот праздник. Также дивизион участвовал в авиашоу в Бобровке. Показывали аппаратуру ретро, радиоаппаратуру. И нового уже поколения, как сейчас уже проводится радиосвязь, с какими радиостанциями. Открытие эшелона делали еще зимой. Видеоролики вы, наверное, смотрели. Пожарили шашлычков, провели радиосвязи. Вечером поехали уже в бильярдную. Продолжили уже приятный вечер, уже в тепле, за общением. Ну, как всегда, автопробег на 7 мая в этом году. Ездили, поздравляли ветеранов, дивизион участвовал вместе с клубами дружескими. Вот, ветеранов надо поздравлять, они ждут. Прям приятное такое мероприятие, за что спасибо организаторам УАЗа. УАЗ Патриот-клуб. 40 лет Неве было в 2017 году, однако. Вот. Наши одноклубники, друзья, Нива-клуб, Самара проводили это мероприятие. Дивизион тоже участвовал, выстраивали лагерь с антеннами. Ну, вот. Ну и были там покатушки на Нивах. Ребята тоже даже выиграли какие-то там у нас места. Отчетно выбранная конференция была недавно, в этом году. Вся Самарская область приезжала. Дивизион тоже много что сделал. Комиссия по экзаменам у нас проходила здесь в клубе с начала 2017 года и до лета включительно. Много новых радиолюбителей появилось, за что тоже очень приятно. Ездили на 37-й слет радиолюбителей Самарской области, под Тольятти. Встретились, пообщались. Ну, встречаемся не только в радиоэфире, но и, как говорится, лично. Да и вообще, жизнь идет, бурлит. Вот, много видеороликов, прямых видеотрансляций сделали. Такие, как «Люди дивизиона». Каждый рассказывал про себя, как он попал в радиосвязь. Много очень интересных судеб, историй.
прям было приятно послушать. Даже людей знаешь много лет, а такие подробности узнаешь только вот в этих рубриках «Люди дивизиона». К нам в гости приезжал чемпион России, мастер спорта, охота на лис, рассказывал, как, что, почему, зачем. Было интересно. Смотрите на нашем канале в YouTube, там все это есть. Фото, видео, обзоры. Саша Доцент ведет в Фейсбуке, в группе в нашей дивизионовской по ретро-технике, винтажной технике. Очень хорошие материалы, чтобы люди смотрели, что у нас было, как это все происходило. Многие это все помнят. Вот. Большой вклад у нас Сергей Боец провел в плане радиолюбительских репитеров. Много усилий приложил. И сейчас оформляются документы. Скоро у нас появится еще сеть ретрансляторов радиолюбительских. Результаты вы, наверное, все слышали в эфире, кто тестировал. Не только по Самарской области, но и другие города, области, районы принимали в настройки и проверки шестого репитера радиолюбительского. В следующем году документы подготовятся, я думаю, будет здорово, очень. Молодец, Серега. Да и хочу вообще всем сказать большое спасибо радиолюбителям, которые приезжали, помогли нам в настройке цифровых видов связи здесь у нас в клубе на коллективной радиостанции. Подарили нам вывеску «Радио Киловатт 4 Иван», вот висит, это наш коллективный позывной. Приехали сами, сделали, подарили. Ребята, которые постоянно в эфире на гражданской частоте на 27 МГц, 27065, частота 9 канал, 9 FM. И первый раз за всю историю новогодний праздник проходит у нас в клубе дивизиона со Снегуркой, Дед Морозом, елками, конкурсами, призами. Все приезжают с семьями, с детьми, с других городов. С Новым годом, с новым счастьем, молодцы! 73, пока-пока. Моя игра, она мне принадлежит, и таким же, как и я. Моя игра, здесь правила одни, и цель одна. Моя игра.